Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, а перед нами Xiaomi Redmi 10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить режим управления одной рукой. Для этого мы заходим в настройки нашего телефона и в настройках листаем вниз до пункта «Расширенные настройки» и выбираем его. В расширенных настройках надо нажать на «Управление одной рукой» и выбрать, как мы хотим включать режим управления. Ставим здесь галочку. Видим, что у нас есть возможность делать это с помощью сдвига кнопки «Домой». Что мы делаем? Мы берем нашу кнопку «Домой» и двигаем вправо или влево. Таким образом мы можем включать или выключать данный режим. Точно таким же образом мы меняем, в какой руке у нас будет телефон. Если мы хотим поменять размер этого окошка, нам нужно нажать на шестеренку и здесь его сделать меньше, среднем или больше. Если мы хотим выйти из этого меню, просто нажимаем в любую темную область, и мы возвращаемся к стандартному режиму. Меняем руку точно таким же образом, как мы входим в этот режим. В принципе, на этом все. Больше видео об этом девайсе вы можете посмотреть у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и всего доброго. До свидания!